Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Выплата пенсии. С 1 ноября 2019 года. Нас спрашивают, а как будут выплачивать пенсии? С 1 ноября этого 2019 года, действительно ли с ноября, пенсия будет перечислиться только на карту МИР, так как в интернете есть информация об этом, на что сообщаем, что переход на национальную платежную систему МИР – это требование федерального законодательства. Но волноваться не нужно. Никто без пенсии, конечно же, не останется. Законодательный переход на карты МИР будет постепенным. Пенсионерам, которым пенсия назначается после 1 июля 2017 года, то есть новым пенсионерам, выразившим желание получать выплату через кредитную организацию, банки уже выдают карты МИР. Пенсионерам, которые вышли на заслуженный отдых ранее, их будут выдавать после окончания срока действующих карт. Но по закону, до 1 июля 2020 года, все пенсионеры должны будут перейти на МИР. Дополнительно напоминаем, что способ доставки пенсии определяет только сам пенсионер. И никаких законодательных изменений в последнее время здесь не происходило. Человек вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать. На дому, в кассе доставочной организации или со счета в кредитной организации. Кстати, если человек не хочет пользоваться пластиковой карточкой, ему достаточно открыть сберегательный счет с начислением годовых процентов в любом банке и представить реквизиты в Пенсионный фонд России. Если после просмотра выпуска у вас возникли дополнительные вопросы, просим их задавать в комментариях, на что мы ответим в отдельном выпуске. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, подпишитесь на блог юридической помощи.